Всем привет, ребят. Ну что, как обычно, у нас топовый контент, и у нас есть уже новый питомец на английском, где он продается, как обычно, с топовых сумочек. Не знаю, правильно, неправильно, я бы, в принципе, таких питомцев вообще, всех питомцев продавал просто без доната, но смысла не вижу. Это понятно, что разработчики хотят заработать там денег, то все, но как бы это не тот материал, на котором надо зарабатывать. Сделайте, блин, там, донатного героя одного, и на нем вы больше заработаете. Это, в принципе, такие, я не могу сказать, расходники, там, итемы, которые должны, по сути, быть у всех одинаково хотя бы прокачаны, потому что питомец, я уже не раз показывал вам, реально очень много решает. Правильный подбор питомца под правильный герой очень многое может изменить. Но, как всегда, нас не слышат, поэтому ничего не можем сделать с этим. А у них они есть, у них их нету. Это нормально, в принципе. Так, то у нас, ничего себе, 6 карт вытащили. Тут еще 2. Ну, удивили сундучки. Так. Тут у меня, эти тоже не могу пока открыть. Карты копятся по чуть-чуть. Так, надо увеличить нам рюкзачок наш. Где там четвертые? Вот видите, у меня есть куча сумок питомцев. Там вторые, уже первые, вторые, третьи, четвертые уже добавили нам. Скоро, я так понял, будут и пятые, и далее, и далее. Это, конечно, все круто, но почему нельзя просто это все объединить в одни, там, допустим, и все, и рандомно получить это все. Надо, соответственно, каждый раз им создавать новые итемы, вместо того, чтобы сесть и заняться там лучшей локализацией, нормальной какой-то локации и доведением ее до ума. Ну, к сожалению, они этого никогда не делают, выпускают всякую дичь, потому что каждая обнова имеет свои плюсы и очень огромные минуса. Ну, смотрим. Первый я вам показал. Это вторые. Отсюда падают такие питомцы. С третьих падают Рудольф, Льдяшка, Желейка и Смертушка. Что же четвертые сумки себя представляют? Та же самая Льдяшка, тот же самый Рудольф, та же самая Смертушка и добавляет нового питомца. Я не знаю, ну, неужели они не понимают, что, в принципе, этих патов в донатных сумках и так хватает? Посмотрите, три сетые сумки повторяют. Троих отсюда. Ну, какой смысл? Ну, вот это вот одного и того же. Я понимаю, что я хочу его, допустим, там получить, потестировать, посмотреть. Нахрена мне еще получать дополнительно одних и тех же, которые есть в третьей? Ну, добавьте сюда уже, не знаю, что-то другое, там, вместе с чем-то его, блин. Либо его одного просто продавайте уже по количеству. Нет, они нам штампуют одно и то же. И на китайке у меня куча Рудольфов. Здесь у меня куча, я не знаю, давайте посмотрим, каких. Так, Ангела. Это при том, что у меня его видели, сколько еще сумок. Лимит уже на складе по 4000. Вот Льдышка, который вот и даже Смертушка предпоследний этот. 6400. Мне кажется, я уйду в перелимит, когда я их пооткрываю. Что тут тоже 9999. Ну, что я могу вам сказать? Так. С этим мы разобрались. Давайте разберем этого питомца. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего не поменялось. Все как и было. Он не относится ни к какой фракции. Official Events, бьющая коробка, там, нокаутирующая коробка, 16% имеет, ну, эти уже усиленные, конечно, тут по 30, тут по 40, то есть вот в этих по 40, ее получается, она, что у нас получается, 16 сейчас дает, каждых 6 секунд, коробка increased vulnerability hero атаку increase, по-моему, повышает, если не ошибаюсь, на 30, на 4 секунды и наносит дамаг
О, нифига себе, это охрененный пят будет. Уменьшает дамаг, полученный на 50%. Герой атакует 4 вражеских цели каждых 0,5 секунд. Нифига себе. Круто. Круто, круто. Ну, поехали, будем открывать и смотреть. Питомец, по идее, будет очень интересный, но по локациях. Так, надо открыть эти яйца. Докачать будет обычных питомцев. Так, где там наши гифт-паки? Бомбит, бомбит иногда от такой, не знаю, то ли тупости. Вот 4 есть. 2, 1, 3. С 10, в принципе, падает. Падает относительно, в принципе, как и все, наверное. Хотя, наверное, даже меньше, чем все остальные, как видите. Иногда даже не падает. Ну, они скажут, опять же, это же рандом. Конечно, льдышка, посмотрите, как сыпет и Рудольф. Ну, что тут скажешь? Зато мы вытащили скины, блин, с 5-5 там вытащили. Так, окей. С этим мы разобрались. Поехали нового питомца смотреть. На кого поставим? Поставим на огника. Сейчас его поставим, чтобы дольше можно было на это все посмотреть. Блин, мешает. Так, что я хотел? Я хотел его открыть и улучшить. Так, относится он. Так, есть. Ну, поехали, посмотрим, что у него поменяется. 6 левелов смогли качнуть. Ну, и то неплохо. Не могу эти слизни использовать, типа не дает улучшить. Третий. Так, отлично. Четвертый, каждых 6 секунд 60 атаки и уменьшение 80%. Да, это вообще жестко. Окей, поехали. Где там наш огнекрыл? Сейчас мы затестим. Поэтому у меня на нем стоит. А, это не тот. Это не тот огник. Да блин. Начинает уже немножко харить. Поехали посмотрим на это чудо-юдо, как он выглядит. Поставим новый этот талантик, посмотрим. Окей, let's go. Надо посмотреть, в каком режиме он работает. Вот там та коробка бегает. Бум-б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 ум. Не понял. Причем у меня получается, огник теперь будет неубиваемый. Ух ты, посмотрите, как работает его скилл. Офигеть. Круто. Мне это нравится. Подарочная такая коробочка. Ну-ка, я хочу посмотреть. Каждых 7 секунд кринс. То есть он срабатывает пофиг в каком режиме получается, что ли? Атака, да, без разницы. Да, по сути, автопрокер. Офигеть. Я представляю, что он будет на девятке делать. Да, отхила, конечно, у нас нет. Получается, урон наносит. Посмотрите, как он дамажит. Блин, я вам скажу, честно говоря, этот питомец будет очень-очень востребован.
Ну-ка, я его сейчас поставлю на... Бугича, ну это круто. Офигенный питомец. Вот как обычно, блин, нафига делать было его донатным? Вот объясните мне. Да, вот видите, урон все-таки он понижает. Интересно, интересно. Очень даже интересно. Сто пятьдесят. Круто, что я могу вам сказать, реально обалденный питомец, особенно для PvP локации, для там, где герои будут оставаться один на один. Странно, что они не добавляют никакие линии, ну хотя что странного. Фу, посмотрите на урон вокруг, да он забор шатает, офигеть. Офигеть. Круто. Ну-ка еще разок. Да. И причем обалденнейший у него урон, я вам скажу. Ну что, новый топовый пэт? То есть получается, он дает атаку тому герою, которого, на которого вы поставили. Обалдеть. Просто офигеть. Сейчас попробуем забор у кого-то пошатать. Да, смотрите, что на Огнекрыле делает. Жесть. Честно скажу, блин, ну круто. Теперь получается, Фрей будет еще проще убить. Такого питомца можно однозначно вешать на Фрею, либо на Огника. Сейчас я поставлю у себя Фрею. Круто. Очень даже круто. Фига себе. Да, это просто жесть, ребят. Этот питомец, блин, на битву гильдий будет тоже топовым. Такое чудит. Посмотрите на забор. 150к забора ломать. Да ну нафиг. Это реально, это жесть. Просто, блин, бешеный питомец. В общем, вот так вот, ребят, новый пэт для Фреи, я думаю, для многих героев, чтобы подольше прожил. Дамаг просто офигенный, уменьшает получаемый урон. Ну, интересно посмотреть, сколько моя Фрея будет получать обратки. Точнее, вообще урона. Это круто. Я не представляю, что на максималке там будет. Не, все-таки 18-ку. Ну, получает 18-ку, потому что...
А, нифига себе, он голубя еще даже хилит. Что за прикол? Да, получается, даже на голубя накидает. Интересно. Очень интересно даже, я вам скажу. И то ли мне так показалось, то ли реально это так. А вот в стане не работает, получается. В общем, пишите комменты, что вы по поводу этого думаете. Я думаю, даже первого левела для бездоната это будет очень неплохой питомец, очень много будет помогать. Все, всем удачи, всем пока.